Библиотека имени Кедрина изменилась и теперь работает в совершенно новом формате. В рамках проекта «Библиотека. Современное общественное пространство» на базе учреждения запустили интересные занятия, мастер-классы и лекции с приглашенными специалистами. Для молодежи организовали гейм-зону, в которой также представлены различные игровые ретро-приставки. Для того, чтобы читателям было комфортнее посещать все мероприятия, часы работы увеличили до 21:00. Мы сейчас находимся в самой большой зоне библиотеки. Это зона конференц-зала, наша арт-зона, зона, где проходят литературные встречи, где проходят встречи с авторами, исполнителями, где проходят квартирники. И это только начало. Изменения в ближайшее время коснутся и библиотечных пространств, детской, гостиной, арт-зоны и читального зала. При входе каждый посетитель сразу будет попадать в гостиную с мягкими удобными креслами и подкатными столиками. Пока здесь обычные диваны и стеллажи для книг, но уже совсем скоро пространство станет по-настоящему комфортным. Читатели смогут посидеть с ноутбуком, буком и чашечкой кофе. Конференц-зал превратится в молодежную арт-зону с удобными местами отдыха в виде подвесных кресел-коконов. В детскую добавят столы для творчества и мягкие удобные пуфики. А вот что произойдет с читальным залом, остается в секрете. Уже в скором времени здесь все преобразится. Будет новая современная зона. Всех секретов не хочется раскрывать. Не сильно, но преобразится пространство. И она сохранит свою функцию тихой зоны, то здесь можно будет отдохнуть, но уже более интересно. Модернизированная культурная площадка без ограничений по интересам, полу, возрасту и социальному статусу. Именно так в скором времени можно будет назвать библиотеку. Ольга Падерова, Олег Степанов, Первый Мытищинский.